Сегодня мне кажется, что в будущем я буду совсем другой личностью и совсем себя не узнаю. У будущего меня есть новые знания и приобретенный опыт, поэтому мне так часто хочется обратиться к себе в будущее за советом. Ох, как бы мне это помогло стать более уверенной в себе и счастливой. Привет, Ева, это я из прошлого. Тебе сейчас 18 лет, ты уже совершеннолетняя, я считаю это очень круто, я тебя поздравляю. Наверное, ты сейчас уже не можешь так баловаться, везде ходить, гулять и орать, и вообще везде вот круто проводить время, как сейчас я. Сейчас 4 сентября, субботы, и уже в пятницу у тебя день рождения. Мне очень интересно, что тебе подарили на 18-летие. Я очень хочу тебе рассказать, как я провела свои годы, когда мне было 13-14 лет, и чтобы ты это сейчас вот видела и вспоминала это. И сейчас я все это тебе расскажу. Сейчас я живу в Украине, в Харькове, и недавно, точнее, 2 года назад началась эпидемия, начался вирус, коронавирус называется. И пока что я никогда им еще не болела, надеюсь, не буду болеть. И мне интересно сейчас, он, я надеюсь, уже закончился, правильно? Продолжаете ли выходить в масках и надевать на себя респираторы, которые защищают вас от всего? Может, вы уже в скафандрах ходите, и там еще какой-то вирус начался? Или еще ухудшился? Надеюсь, нет. Ты пошла в 8 класс, и это уже начинается прям такой хоррор. Уже начинается прям так страшненько. Вот, но... Удачи. Думаю, ты помнишь, какие у тебя были одноклассники. Но это было весело. Я очень много снимаю сейчас видео со своими друзьями, одноклассниками. Сейчас я веду свой видеоблог. Я очень хорошо его развиваю. У меня есть YouTube-канал. Есть очень много соцсетей. Вот. Ну и сейчас у меня это получается. Я надеюсь, что ты не забросила канал. Также у тебя сейчас много друзей. У тебя есть лучшая подруга, у тебя есть очень много подруг. И также у тебя есть 2 интернет-подруги, с которыми ты познакомилась недавно, с Катей. Одной я очень сильно ее люблю. Также у меня есть 2-я подруга, она из Львова. Я тоже ее очень люблю. Я это все сейчас рассказываю, чтобы ты посмотрела это через 5 лет и поняла, изменилась ли ты, изменились ли твои мысли, планы, мнения, сбылись ли твои мечты и добилась ли ты своих целей. Также я бы хотела учиться до 11 класса, чтобы отпраздновать выпускной со своими всеми друзьями и одноклассниками, потому что я считаю, что это очень круто. Тем более, сейчас я в 8 классе, я планирую закончить школу с золотой медалью, сдать все экзамены, поступить в самый-самый лучший вуз. На самом деле, это все для родителей. Я считаю, что это мое лето 2021 года было самое классное, потому что этим летом на самом деле я не ехала на море, но я очень много раз каталась на аттракционах в этом же парке. Я покаталась на всех аттракционах, которые тут есть, кроме там некоторых, на самых страшных и высоких. Я считаю, что это классно. Я очень много видео поснимала и очень много фотографий сделала. Также этим летом я опять же была практически все лето с сестрой. Мы снимали видео, гуляли, веселились, очень много танцевали, прыгали. Особенно мы делали каждое утро, я к ней приезжала в 8 утра. Мы ходили в парк, бегали там, потом приходили домой, делаем тренировку. Вот. Потом кушали правильные завтраки, правильное питание, такой здоровый образ жизни. Мне очень нравится сейчас мой стиль, как я одеваюсь. У меня на самом деле поменялся стиль. Раньше у меня было все совсем по-другому. Но этим летом у меня как-то все поменялось в жизни. Я очень люблю вот эту всю эстетику правильного питания, здоровый образ жизни. Мне кажется, это круто, когда ты занимаешься спортом, когда у тебя в жизни все так спортивно. На самом деле я не очень люблю долго спать. У меня сам организм просыпается где-то в 7 утра. Вне зависимости, хочу я спать еще или не хочу. Ну, у меня никогда не было привычки долго спать. Как у тебя сейчас это происходит? Мне интересно. Сейчас я просто не могу находиться на природе, я не могу сидеть в траве. У меня очень такая фобия прям насекомых. Я вообще ненавижу вот этот муравьев, всяких жучков. Я прям не могу, когда их вижу, если они тем более на мне ползают. Мне интересно, сейчас ты преодолела эту фобию, и ты уже не боишься, и можешь спокойно играть на природе. Я бы хотела рассказать про то, какую музыку я сейчас слушаю. Я, на самом деле, очень сейчас люблю Егора Крида.
Мне нравится очень его пару песен, точнее не пару, а много. Вот. И также очень люблю много английских песен, таких Арианы Гранде, Дуа Липа и так далее. И мне очень интересно, поменялся ли у тебя вкус в музыке, когда ты уже совершеннолетняя. Я очень люблю по вечерам смотреть со своей семьей фильмы или сериалы. Мы садимся у нас на диван в гостиной и все вместе смотрим на телевизоре, выбираем в видеобоксе какой-то фильм и его смотрим. Это очень классно, я люблю эту атмосферу. Но я не очень люблю смотреть фильмы или сериалы сама, потому что мне становится скучно. У тебя сейчас очень много животных, 5 собак и 2 кошки. Из собак это Латик, Мила, Ника, Джерика и Редик. Недавно, правда, он у нас потерялся. На 4 дня просто ушел, и мы его везде искали. И нигде не нашли, но, соответственно, он пришел сам. Ну, он, правда, не рассказывает, где он был, но надеемся, что где-то в нормальном месте. Также у тебя 2 кошечки, Ляля и Сима. Симуся, папа ее так называет, это просто... Она вообще не может без нас. Если мы куда-то уходим, она плачет, она просто не может. Она спит у папы под одеялком, под подмышкой. Это так мило. Ляля очень много играет с сахаром. Знаете, такие сахарные пакетики. Подбрасываем мы их, и она их ловит. Это очень классно. У меня очень много есть видео об этом. На самом деле, это очень грустно, но логично, что все твои животные, которые сейчас, к тому времени уже уйдут в другой мир. Но мне очень интересно, какие у тебя сейчас есть животные, и, может быть, у тебя повторились опять 5 собак и 2 кошки, а может быть, ты не забываешь наших любимчиков, и у тебя сейчас какой-то котик или даже хомячок. На самом деле, я еще не продумала, какая у меня будет профессия в будущем, кем я хочу стать, но я надеюсь, что ты в тот момент уже точно знаешь и определилась со своей профессией. Пока я могу только предполагать. Может быть, я буду дизайнером, может быть, айтишником. Может, я буду заниматься программированием или стану врачом, ветеринаром. Пока я могу предполагать, кем ты будешь. Надеюсь, через год я уже пойму это и точно решу для себя, кем я хочу быть. Папа, я хочу быть патологоанатом. Или серьезно, я хочу стать дизайнером. Я очень люблю заниматься видеоблогингом и думаю, что на этом буду зарабатывать деньги. Я надеюсь, что ты встретишь своего любимого человека, что ты будешь весело и позитивно проводить время, как хочет твоя сейчас мама. Надеюсь, ты будешь радоваться каждому дню и не забросишь свой видеоблог. Также я сейчас очень бы хотела полететь с моей лучшей подругой куда-нибудь на море, в другую страну. И мне очень интересно, сбылась ли у тебя эта мечта в течение 5 лет. Я никогда не видела свою сводную сестру Катю. Она живет сейчас в Америке. И мне интересно, встретилась ли ты с ней? У нее недавно родилась доченька. Это очень круто. Ты первый раз покрасила волосы, вот эти вот прядки, недавно. Сейчас мне не сильно папа разрешает красить, а точнее вообще не разрешает. Но бывает так иногда, на самом деле. Надеюсь, сейчас тебе уже папа разрешает краситься. Я сейчас очень хочу краситься, ну, красить себе ресницы, делать макияжи классные, научиться этому. Но папа мне сейчас на самом деле не сильно разрешает. Папочка, я тебя люблю. Но я иногда все равно это делаю. Я тебя очень люблю. Будь счастлива и люби себя. Сегодня я захотела обратиться к тебе, чтобы ты улыбнулась, помнила себя маленькой, сравнила с настоящей. Я верю в то, что ты сейчас смотришь это видео и радуешься, что у тебя все хорошо и у тебя все получилось. Ты имеешь все, о чем мечтала 5 лет назад. Я благодарю Бога за то, что Он помог исполниться всем моим желаниям.